Получить юридическую консультацию, разобраться в работе управляющей компании или начислении коммунальных платежей жители могут в школе номер 31 микрорайона Новой Химки. Здесь продолжает работу выездная администрация. Представители профильных служб и депутаты внимательно рассматривают каждое обращение. Прием ведут сотрудники администрации, депутаты. Просьбы и предложения обсуждают и по возможности сразу предлагают варианты решения. Сегодня пятый день работы выездной администрации в 31-й школе на улице Мельникова. Решаем различные вопросы с жителями. Очень много обращений поступает. Нередко жители приходят разобраться с коммунальными расходами в категории «общедомовые нужды» или по вопросам оплаты единого платежного документа в конце года. У нас в декабре выходит и ноябрьская квитанция, и декабрьская квитанция. И людям неудобно передавать показания. Обращений очень много по этому вопросу. Заявки жителей взяты в работу специалистами. Они рассмотрят все возможные варианты решения и уведомят горожан. Кроме оплаты коммунальных услуг, обращаются химчане и по общедомовым вопросам. Так, Марина Неверова пришла проконсультироваться о сроках капитального ремонта. Пришли к управляющей компании, хотели бы поговорить о том, чтобы они нам помогли в переносе сроков капитального ремонта кровли. Плюс, есть такие проблемы ежедневного характера, которые тоже хотелось бы более оперативно решать. Все обращения граждан рассмотрены и взяты в работу. Выездная администрация в Новых Химках будет работать до 26 августа. Прийти можно с 9 до 18 часов. На прошлой неделе выездную администрацию провели в Левобережном. Тогда к специалистам профильных служб обратились порядка 100 химчан. Как отметил глава Химок Дмитрий Волошин, выездная администрация – удобный формат общения с жителями. Елена Тараненко, Вильфрид Демковский, новости Химки ТВ.